Сегодня у нас тут необычный заказик. Вот такого форм-фактора была бутылка. И вот столько в ней было ячеек. Емкость этого аккумулятора изначально была около 6 ампер-часов всего. И аккумуляторы сдохли. То есть на ручку газ нажимаешь, и вольтаж сразу проседает просто на 10 вольт, и велосипед не едет. Сопротивление у каждой ячейки больше сотни. То есть они, к сожалению, не выдерживают никакой нагрузки. То есть с самого начала, видимо, это были очень плохие аккумуляторы. И вот спустя полгода-год китайский фатбайк стало им очень плохо. Клиент, почему странный заказ? Клиент попросил собрать аккумулятор на бэушных ячейках. То есть как можно дешевле. Тут и новые есть, и не новые есть. Мы тут разбирали всякие пауэрбанки, и от велофар брали. То есть набрали большое количество самых разных сюда ячеек, протестили их, все отсортировали. Собрали все на стальной ленте, подешевле, потому что никелевая намного дороже. И на данный момент емкость вот этого аккумулятора из четырех ячеек в линию всего 8 ампер-часов. То есть это тоже ячейки самые простые, тут большая часть бэушных, поэтому емкость на 4 ячейках, то есть представляете, он какой огромный, но емкость всего там 8700, по-моему, ампер-часов, 8,7. Вот, и в эту бутылку он теперь не влезет вообще никак. Соответственно, теперь этот аккумулятор будет упаковываться, скорее всего, армированным скотчем или какой-то пластиковый кожух. Или можно взять пластиковую бутылку, феном погреть, она сожмется и будет отличный герметичный корпус. И дальше будет сшиться наравная сумочка, и в нее все это упаковывается. Или там с Алиэкспресса заказать сумочку прямоугольную, в ширине сюда, в принципе, в любую сумку, наверное, он влезет, скорее всего. Вот. Тут как бы стоимость работы больше, чем стоимость вообще всех ячеек. Но вот как бы клиент захотел, сделали. И заодно тут еще нам контроллер принесли. Вроде починили. Но вот сейчас будем тестить, проверять, работает, не работает. Так что ремонтируем даже контроллеры, даже иногда.